Нормально, если я буду разговаривать тут? Да, да. Приветик. Да, про ногти я знаю, все уже знаю. Я просто привожу себя в порядок. Уже давно пора. Я сейчас в салоне красоты Алены Ашмариной. Волосы мне красивые делают. Да. Здравствуйте. Мне волосы наращивают. Да, это которая из дома 2. Ой, я пока не знаю. Нет, ну, кузнецки не было. Я сегодня прям всю голову буду наращивать, не только виски. Поэтому потом покажу вам, что получилось. Мне здесь все просто посоветовали, я теперь только по рекомендациям хожу, чтобы не произошло такой ситуации, как со студией красоты Ксюши. Конкурс будет длиться 14 дней. Ну вот потом сами увидите, сами оцените. Нет, красить волосы я пока не буду, потом. 70 сантиметров, длинные, красивые будут. Ну, сама Алена. Смотри, видишь, здесь у тебя три одинаковые, даже вот так. А здесь у тебя больше пошло вширь, у тебя здесь не прямоугольный. Это все, что видать, как автоматом. Да? Да, вот так, держи, ряд. Но они же такие тоненькие не ходят. Такой же... Привет, привет. Ну, вы можете написать в профиль, который я указал в сторис, и задать там вот все прямо интересующие вас вопросы. Вам сразу же ответят. Ты ее закручиваешь или нет? Нет, я подключила, чтобы посмотреть. Какой фирмы волосы я наращиваю? Натуральные только. Все поняла. Какой фирмы я наращиваю волосы? Натуральные. Натуральные. Только натуральные волосы. Чуть-чуть, если надо, подрезай. Привет, привет. У меня тоненькие здесь остались. Вот здесь ты доделала вот тут, потом ты доделаешь вот здесь. Просто себе запали вот это, и ты не убрали. То есть я не могу работать отсюда. Нет, отсюда и не надо. Там Мексика ходит, волосы тоже красит. Мексика! Нет, я не всегда волос наращиваю, просто я решила сегодня что-то прямо разойтись и сделать себе все волосы. Да, там уже у тебя есть.
Длинные прям будут, капец, как хотела. Спасибо. То есть вы расческами разделяете специалист? В основном такие. Можно и расческу, только тебе вверх надо не разделить, а приподнять прядь. 70 сантиметров. И вот по зонам я смотрю. Я думаю, височную, затылочную длину, а вы сразу охватываете, да? Да, сразу все охватываем. Нет, тут такие капсулы, что не будет уставать голова, и даже я не почувствую, что у меня будут волосы. Я так и начинала, первый год так работала. Тут прям микро-микро такие капсулы. Спасибо. Конечно, нравится. Да я везде училась, там другое. Москве везде. А в итоге делаю так, как удобно. Привет. Тут главное добиться результатов. Не меньше затраты времени. Ну и что так. Но сегодня я не буду красить волосы потом. Я вот их недавно красила. О, Айсберг, привет. Скоро приеду в Новосиб, приеду к вам. Да, они мне написали, но я ничего им не ответила, потому что на переделку ногтей я тоже не пойду. Я уже нашла, куда я пойду ногти переделать, свои шикарные. Я покажу. Соня, увидимся, когда в Новосибирск приеду. Нет, я ничего не просила, я не скандальная леди. Слушай, она удалится полностью, по-моему. Я потом буду перебивать, да? Нет, да, я делаю дреды на все волосы. Через 14 дней будет завершение конкурса. Буду объявлять победителей, сама отправлять подарочки. Это мой первый конкурс, и я вообще долго к нему готовилась. Да, обычно у меня шампунь от Эльсев. Кстати, какими шампунями бы ты, Алена, посоветовала мыть мне голову? Ой, какими тебе удобно. Я вот, допустим, люблю марку Royal, но они не так как шипенятся. А, они бессульфатные получаются, да? Они если разные, нет, бессульфатные шипенятся. Спасибо. По всем вопросам вы можете обращаться напрямую в профиль студии. Я указала там специально ссылочку для тех, кто волосы наращивает в Москве. Василина дома. Да, шанс есть у всех, конечно. Спасибо большое. Через 2 недели будут итоги конкурса. Я не знаю, когда захочу, тогда поеду обратно. Нет, Питер я пока не планирую. Просто я захотела все сегодня сделать.
Жестко. Так нельзя делать. Так делают хейтеры. Потом скрины делают, вот ладно. Все, все спрятано. Да ладно, шучу. Ну лучше не... Вы не шарите в стиле ничего. Я вам про салон рассказываю, какой он хороший, вы мне про этого мужа. Сколько можно это уже? Нет, ничего, не жгется, все нормально. Это самый безопасный способ наращивания волос. Без вреда своим волосам. Поэтому я сюда пришла и решила нарастить все волосы. Не сходишь, не расширяй их. У тебя вот смотри, как хорошо было, красиво, аккуратно. Забыла. А у меня всякие спреи от Femme Fatale. Да. Я ими фишку перед выпрямлением. Вот сюда микро. А микро где еще? Ты лекцию смотрела? Не смотрели, сказали. Нет, не переделала. Вот они. Красивые. Ну, я не знаю, но я буду периодически выходить в прямой эфир, чтобы вы видели процесс. Ну, все, ладненько, друзья мои. Я перезайду попозже. Хорошо? Нет, я просто на два города туда-сюда езжу, везде живу. Мне здесь очень нравится. Глядишь, где-то и перееду. Ну все, пока-пока, друзья.